Нужны автозапчасти? Приглашаем в Дикон за покупками. Для вас огромный ассортимент, высокое качество, низкие цены. Дикон Авто. Автобус с ярославскими туристами угодил в ДТП в Краснодарском крае. 22 человека попали в больницу. Смерть в кино. В Ярославской области съемки сериала обернулись трагедией. Главное театральное событие осени. В Ярославле стартовал 19-й международный Волковский фестиваль. И 5000 километров на велосипеде столько преодолел француз ради встречи с ярославским ветераном. На городском телеканале «Время информационной службы» в студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Подвожу итоги. Понедельника, 17 сентября в Ярославле. Это главное на 21.30. Итак, в Краснодарском крае попал в ДТП ярославский туристический автобус. Отдыхающие жители столицы Золотого кольца возвращались домой из Архипа Осиповки. В салоне находилось 40 человек, включая двоих водителей. На Т-образном перекрестке автобус вылетел в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 22 человека, среди которых водители и ребенок. Шестерых потерпевших с травмами средней степени тяжести доставили в ЦРБ станицы Павловской. Еще 16 госпитализированы в хирургическое отделение Ленинградской районной ЦРБ с ушибами. Остальные 18 человек отделались испугом. Они отправлены в пункт временного размещения в станицу Ленинградскую. Туристический автобус, попавший в ДТП в Краснодарском крае, принадлежит ярославской турфирме «В другие города». Турагентство подтверждает, что все пассажиры рейса застрахованы. По предварительным данным, озвученным туроператором, причиной аварии стали погодные условия. Сильный ливень, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус столкнулся с деревом. В причинах аварии также разбираются правоохранители. В настоящее время туристы в дороге, их всех отправили в Ярославль. И вот в продолжении темы несколько аварий со смертельным исходом произошло в Ярославской области. Подробности в нашем обзоре. Страшная авария в Рыбинском районе унесла жизни 6 человек. На трассе столкнулись Nissan и Ford. 5 человек скончались на месте. 18-летний молодой человек, находившийся в Ниссане, с тяжелыми травмами был доставлен в Тутаевскую ЦРБ. Однако спасти его не удалось. Вот что говорят очевидцы об аварии в соцсетях. ДТП произошло прямо передо мной, 25-30 метров. Я ехал за Фордом, скорость у Форда и Ниссана была приблизительно 100 километров. Ниссан словил колею и произошло аквапланирование. Его правой передней стороной выкинуло на встречный Форд, после чего Форд улетел в кювет, а Ниссан закружило. Водителя Ниссана выкинуло из машины, и он практически перед моим лобовым пролетел на обочину. В настоящее время назначены необходимые экспертизы для установления механизма происшествия и лиц, управлявших транспортными средствами в момент ДТП. В Рыбинском районе на трассе Сергиев Посад-Череповец произошла еще одна авария со смертельным исходом. В пятницу вечером мотоцикл «Ямаха» столкнулся с 10-й моделью «Жигулей» под управлением 68-летнего пенсионера. В результате ДТП 46-летний водитель мотоцикла скончался на месте. Водитель «Жигулей» не пострадал. Сотрудники ГИБДД проводят проверку. В субботу в Брейтовском районе на трассе Углич-Брейтово перевернулся молоковоз марки «КамАЗ». Водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась. По словам очевидцев, пострадали 2 человека – водитель и пассажир. Видео из Ярославля. На республиканском проезде у дома номер 3 столкнулись Nissan и Лифан. В результате госпитализированы водитель и пассажир Nissan. Водитель и пассажир второй иномарки отпущены на амбулаторное лечение. Во Фрунзенском районе на улице Пирогова возле дома 37 две машины провалились в яму, оставленную дорожниками. Из-за дождя не было видно глубины. Водители надеялись проехать, но передние колеса машин застряли в колее. Один из водителей ради интереса опустил ногу в лужу. Ее глубина оказалась мужчине по колено. Еще одно ЧП произошло в Ярославле на минувших выходных. В субботу ночью загорелась территория производственного помещения на Полушкиной роще 16. Пожар удалось потушить в течение часа. В результате ЧП сильные ожоги получили мужчина и женщина, которые присутствовали в помещении. Пострадавшие были доставлены в больницу. Причины пожара устанавливают эксперты. И вот еще об одном ЧП, но уже на съемочной площадке в Тутаеве. В ходе репетиции погиб участник массовки. 51-летний мужчина получил удар в висок. Отрабатывали сцену драки в сериале «СМЕРШ». Мужчине стало плохо, его отвезли на скорой в больницу. Однако, несмотря на проведенную реанимацию, потерпевший скончался. Кто виноват в происшествии, теперь выяснят следователи.
По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ну, я напомню, сериал «СМЕРШ» в Ярославской области снимают давно. Фильм рассказывает о сложных судьбах людей, заставших начало Великой Отечественной. В центре внимания – боевые действия. Картина должна выйти на экраны федерального канала к 74-й годовщине Победы. Сюжет о съемках сериала городской телеканал показал в пятницу минувшую. Именно тогда потерпевший получил травму, которая привела к смерти. В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении двоих врачей. По версии следствия, весной 2016 года 33-летний онколог создал преступную группу, в которую вовлек 32-летнего коллегу и 59-летнюю женщину, работавшую в аптечном пункте. Схема, ну так, по крайней мере, поясняет прокуратуре, такая. Организатор вносил недостоверные данные в карту пациентов о необходимых лекарствах. Сообщник выписывал рецепты, а фармацевт, соответственно, присваивал медикаменты. Далее препараты перепродавали по заниженным ценам. В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемые похитили лекарства на сумму около 2 миллионов рублей и заработали на их перепродаже более 700 тысяч. Как сообщили городскому телеканалу в прокуратуре Ленинского района, на данный момент мужчины сотрудничают со следствием, а также возместили ущерб в 600 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Между тем, в области стали совершать меньше преступлений. Такова официальная информация. Цифры опубликовал Ярославльстат на 100 тысяч человек. В январе-августе совершено 872 преступления против 912 за аналогичный период прошлого года. Больше всего зарегистрировано краж, их почти 5 тысяч. Самые редкие — изнасилования и хулиганство. Стало меньше преступлений, связанных с наркотическими и психотропными средствами, а также совершенных несовершеннолетними женщинами. Что же касается раскрываемости, она, увы, упала почти на 3%. У Аксонбанка отозвали лицензию. Об этом сегодня сообщает агентство по страхованию вкладов. В ярославских офисах кредитной организации двери закрыты. Работает временная администрация. Банк – участник системы обязательного страхования вкладов. Поэтому сбережения обещают вернуть 100%. Если объем всех счетов и вкладов не превышает 1 400 000 рублей, сумма, некомпенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка, сообщает в АСВ. Выплаты начнутся не позднее 1 октября. Подробную информацию о времени, месте и порядке приема заявлений обещают опубликовать позднее. Банки-агенты на конкурсной основе отберут до 21 сентября. В центре Ярославля на перекрестке Свободы и Победы изменился режим работы светофора. На регулировщиках активирована выделенная фаза для пешеходов, то есть для всех авто на некоторый период времени загорается красный. Пешеходы при этом могут пересекать проезжую часть и по диагонали. Водители просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. В этом году модернизируют 13 светофорных объектов, на некоторых организуют подобную схему. Узнать своего депутата без похода в приемную смогут исключительно зрители городского телеканала. Ну и, конечно, эксклюзивно. Депутат в округе – это проект о работе народных избранников, принятые решения и планы, будущее Ярославля, его настоящее, личная жизнь и работа. Выясним вместе с Аленой Стецук. Премьеру программы смотрите завтра, 18 сентября, во вторник, 7 вечера. Герой первого выпуска – спикер муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. Его, к слову, с прошедшим. Ярославле сегодня открылся 19-й международный Волковский фестиваль. На неделю наш город стал столицей театрального искусства. Марина Смарагдова узнала, чем будут баловать. Евгений Марчелли создал этот спектакль «Утиная охота» для столичного театра имени Ермолова. Сегодня репетиция «Примерка» на Новый город, театр, зал и публику. На сцене известные всей стране актеры. Они практически ровесники персонажам Вампилова. Создатели спектакля тоже хорошо известны в ярославском театральном пространстве. Художник по костюмам Фигеля Сельская, художник по свету Митрич, сценограф Игорь Капитанов. Эта команда воплотила на сцене Первого русского несколько спектаклей. Журналистскому сообществу сегодня представили лауреатов премии правительства России. Она вручается только раз и дается за развитие театрального искусства. В этом году награду получил Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури. Мне позвонили здесь отсюда устроители фестиваля и сказали: мы вас поздравляем, вы лауреаты, и какой вы спектакль пришлете к нам. Желательно было бы, чтобы вы привезли такой-то спектакль. Я с удовольствием согласился, это наш хит, можно сказать, сезона.
В Ярославле посланцы Башкирии покажут один из своих успешных спектаклей «Зулиха открывает глаза». Второй лауреат Волковской премии – Вологодский областной театр кукол «Теремок». Они привезли на фестиваль свой золотомасочный спектакль «Кармен». Всегда очень радостно получать такое высокое признание своей деятельности. И очень приятно получать такую высокую награду на столь исторической и прославленной сцене в городе с такими богатыми театральными традициями. Фестиваль под номером 19 начался с инъекции позитива. В качестве конферанса был приглашен молодой, но веселый «Заячий стон». Зависимый театральный проект, так именует себя 5 молодых артистов Ленкома, представил всех участников фестиваля своеобразно и необычно. Лауреатам премии правительства России в торжественной обстановке были вручены почетные грамоты и, собственно, призы – небольшая скульптура основателя театра. Волковский международный фестиваль. Блестящая череда фестивальных показов началась с утиной охоты. Марина Смарагдова, Максим Сушанов, Василий Мосин. Новости города. 5000 километров в честь подвига легендарной эскадрильи. Такой велопробег совершил французский юрист, член ассоциации «Мемориал Нормандия Неман» Жонас Берто. Конечная точка маршрута Ярославль. Здесь у француза встреча с одним из ветеранов боевого братства. Марине Смарагдовой удалось на ней присутствовать. Необычный велосипедист привлекал внимание не только ярославцев. По пути следования о нем беспрестанно писала российская пресса. Мемориальная экспедиция началась 23 июня в Мон-де-Марсан, родном городе Жунаса. Сейчас там базируется полк Нормандии Неман. Официальный старт в Ле-Бурже, куда прилетели самолеты эскадрильи сразу после войны. В день Жунас преодолевал до 100 километров. Условия пробега можно вполне назвать спартанскими. Палатка, сухой паек. Ничего необычного, говорит путешественник, ведь он служил во французском легионе, где познакомился с русскими парнями. Брест, Минск, Калуга, Тула, Иваново. Ярославль не значился в карте Жунаса. Сделать остановку в городе на Волге его попросила руководитель российского отделения французской организации «Ренессанс Францесс» Зоя Ориньон. У нас живет один из доживших до нашего времени 4 ветеранов полка Валентина Гурцов. Как известно, самолеты французских летчиков обслуживали русские механики. Ярославцы показали новый памятник на аэродроме Левцова. Прототипом Макарыча тоже стал ярославец, артист Алексей Смирнов. Воплотил образ механика в фильме «В бой идут одни старики». Я с французом дружим, не забыл наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. Эту песню в исполнении Марка Бернеса очень любили ветераны Нормандии Неман. В субботу ее слушали вместе русский и француз. Тот, кто покрыл неувидаемой славой легендарную эскадрилью, и тот, кто не хочет, чтобы о ней забывали. Для меня большая честь и привилегия встретиться с живой памятью. Я всегда интересовался Россией, зная ее по великой литературе. Меня поразило, что многие русские хранят память о своей истории. Во Франции это делать все сложнее. Это уходит даже из учебников. Я буду работать, чтобы как можно больше французов знали об этом. Валентин Иванович показывает фотографию. На ней командир эскадрильи Ив Мурье. И он тогда 17-летний солдатик. В 74 года карточка шла к ветерану. Ее прислал Фредерик, внук Ива Мурье, который называл русского механика своим ангелом-хранителем. Мы не имели права держать там эти фотоаппараты. Фотоаппарат, вот Мурье, он имел, он фотографировал командира. Вот, и нас фотографировал. Но карточек очень мало. На память о встрече баночка меда. 92-летний ветеран еще разводит пчел. После войны он стал доктором. 5 лет назад получил знак боевого братства, золотой медаль «Ренессанс Францесс». Он единственный в нашей области кавалер французского ордена почетного легиона. Марина Смарагдова, Константин Дмитриев, новости города. В Ярославле же активисты реализуют уникальный патриотический проект при поддержке президентского гранта. Это экскурсия для школьников в Ярославле в годы Великой Отечественной войны. По словам организаторов, подобных не было. За день группа проделывает путь более 12 километров, рассказывают про городские улицы, в честь кого и почему они так называются, про ярославские заводы, вокзалы, транспорт. Многие объекты в годы войны играли непривычную роль. Вот, например, на ликероводочном заводе готовили коктейли Молотова и спирт, которым обрабатывали раны солдат. Мы рассказываем о детях, как они участвовали, вот помогали в тылу для того, чтобы наши воины отлично сражались на фронте. То есть у нас очень позитивная экскурсия. Как признаются школьники, они всегда идут на экскурсии без особого интереса, однако на эту даже хотят вернуться.
Это очень важная тема, о ней нельзя забывать, потому что пусть это и прошло много лет назад, но в наших сердцах до сих пор живет боль от той войны. Подготовка к такому формату экскурсии шла около года. А вот американские солдаты будут играть в карты, нарисованные рыбинским художником. Дизайн колоды украсит привлекательные девушки-военные в стиле пин-ап. Андрей Тарусов, автор работ, признанный мастер в этом. Вдохновившись его работами, бывший американский военнослужащий обратился к художнику с просьбой разработать дизайн для колоды карт на тему армии США. Это отчасти благотворительный проект, направленный на поддержание боевого духа. Это хорошая идея, военная, наверное, так легче развлекаться, как-то будешь, чем сгладить будни. Карта такая довольно популярная вещь до сих пор, вот, и на них очень хорошо картинки смотрятся. Сейчас Андрей Тарусов проживает в Америке, рисовать в стиле пин-ап художник начал еще на родине. Одна из его популярных работ – календарь к Олимпийским играм 2014. Ярославль подвели итоги фестиваля «Вместе ярче». Победителям областного конкурса творческих работ по энергосбережению вручили награды. Мои коллеги о том, какими дети видят дома будущего. Весело, ярко, задорно. Так начался этот праздник. Во всероссийском фестивале «Вместе ярче» традиционно участвуют школьники Ярославской области. Энергетики считают работу с детьми важным направлением своей деятельности. Ежегодно мы проводим акции, конкурсы, экскурсии на производственные базы и дни открытых дверей, где энергетики с удовольствием рассказывают подрастающему поколению о своей деятельности и делятся опытом и знаниями в области энергосбережения. Ежегодно, это уже не первый год, мы участвуем во Всероссийском фестивале «Вместе ярче». Лиза Иванова пришла на праздник с мамой и папой. Также вместе они сделали модель теплого дома. Объемные макеты, рисунки, поделки из природных материалов. Все работы победителей представлены на небольшой выставке. Я экономлю энергию, выключаю свет дома, когда ухожу на свой кружок. Эта работа показывает, что надо беречь энергию земли. Помогал тебе кто-то? Да, мой учитель Ирина Станиславовна. Анна Кузьмина – воспитатель в детском саду. Свою награду она получила за большую просветительскую работу. Дети у нас к выпуску очень много знают по этой теме и воплощают свои идеи, свои знания в творческих работах. Вы понимаете, как важно сохранять свет, беречь воду, экономить газ, сохранять тепло. Но я хочу также, чтобы вы понимали, что за всем за этим стоит большой труд работников энергетической отрасли, коммунального хозяйства, газовой отрасли. В Ярославль приехали не только ярославцы, но и ребята из других городов России, поскольку конкурс всегда проводится открыто. Из десятков творческих работ жюри выбрало самые яркие. 19 победителей увезли домой свои награды. Алена Лисенкова, Марина Смарагдова, Константин Дмитриев. Новости города. А еще в Ярославле завершился месяц благоустройства. 15 сентября жители областной столицы вышли на общегородской субботник. Глобальная уборка прошла во всех районах. Ярославцы чистили парки, убирали мусор, сажали деревья. Самое главное – привлечь максимально на эту акцию именно жителей домов, не только специализированные организации, управляющие компании, которые и так должны этим заниматься, но и обратить внимание жителей. Потому что в следующий раз хотя бы, я уверен, что когда они будут выходить, у них где-то будет понимание того, что не нужно оставлять после себя мусор. Здорово, что появляются проекты, которые позволяют изменять территорию, то есть эту территорию, и дальше вот парковая зона должна меняться. Здорово, что ребята сами выходят с инициативой и... Я, например, всегда рад поддержать и вместе с ними провести уборку. Завершение месяца благоустройства в Ярославле совпало со всероссийской акцией «День чистоты». Официальных площадок было более 20, фактически их оказалось гораздо больше. Ярославцы убирались во дворах и около предприятий, на которых работают, а еще в популярных местах отдыха. Да, к сожалению, у нас многие граждане оставляют этот мусор, бросают, не убирая за собой. И тем самым создают замусоренные территории. В настоящий момент мы почистим территорию Петропавловского парка и приведем ее в надлежащий вид. Акция собрала под свои знамена сотни ярославцев. Осенняя уборка города – традиционное событие. Многие участвуют в нем не первый год.
Ну, теперь к спорту. Ярославские конькобежцы одержали победу в первом этапе Кубка России. Соревнования в эстафете по шорт-треку проходили в Коломне. Ярославцы преодолели дистанцию в 5000 километров. Наша сборная соперничала с сильнейшими спортсменами страны. В соревнованиях приняли участие более 150 конькобежцев. Теперь ярославцы могут претендовать на участие в международном чемпионате. На первенство мира по кудо в Японию поедут 4 ярославских спортсмена. В основной состав сборной первой выбилась Анастасия Мошкина. Далее, после отборочного этапа, его пополнила еще тройка: Егор Маринин, Денис Зубов и Алиса Костылева. Шансы отправиться в Японию есть еще у 2 ярославских спортсменов. На сегодня они являются запасными. Первенство мира по кудо пройдет в декабре. А буревестник в 3-й раз стал обладателем домашнего товарищеского кубка Ярославля. Предсезонный поединок собрал соперников из Москвы: клуб МБА, Санкт-Петербургский «Зенит-Фарм» и Тамбов. Все 3 кубковых матча ярославцы завершили успешно, причем победы были существенным отрывом. Финальная игра за главный трофей завершилась со счетом 75-56. Старт регулярного чемпионата для буревестника назначен на октябрь. Впереди еще несколько сюжетов о Ярославле, реклама и погода. Моя часть выпуска завершена. Легкого трудового вторника и до встречи вечером в 19:30 и 21:30.